Здравствуйте. А можно вашу собачку сфоткать? Пожалуйста. Ты. Так он может испугаться. Кошка. Ага. И сейчас как он, зовут? Видите, Ори. А это спрингер спаниель, да? Или нет? Ну, это спрингер спаниель, да, это который Вольш. Ой, какой хороший. Есть такая игра, как? Ори. Когда мы узнали то, что у нас наконец будет щенок, очень сильно похож на характер этого героя, который, знаете, такой... Он всегда остается ребенком, как любая собака. Ой! Напал. Вот. Но при этом он всегда готов, бесстрашный, готов защитить. Ну, конечно, даже когда... Понятно. Ну, в общем, он на людей вот так, потому что он боится. Извините, пожалуйста.